Шахзаде, я как раз вас и искал. Где вы были? Что случилось? Это кровь. Калика Хатун Синан Паша. Она была убита по приказу моего брата-повелителя. Я сам ее казнил. Своими руками. Но почему? Или он узнал о вашей валиде? Причиной было то, что она работает в таверне. Но правда в другом. Я уверен, что Шахзаде Касым сразу же рассказал повелителю о наших отношениях с ней. Именно так. Хотел сделать больно. И ему это удалось. Мои соболезнования, Шахзаде. Я хочу увидеться с Валидой Синан-паша. Хватит моего молчания. Мне тоже есть что сказать. Калику Хатун казнили. Да простит Аллах ее грехи. Ты считал, что останется безнаказанным содеянное БЗ? А? Когда у тебя не хватило сил на меня, на Калике, на безвинной выместил злость, так? На безвинной? Не надо себя обманывать, братец. Калика тоже была виноватой. По крайней мере, столько же, сколько и ты. Она понесла свое наказание. И мы только начинаем. Твой черед тоже придет. Отныне не жди от меня милосердия. Если бы я тоже мог быть таким, как ты... Но во мне победило милосердие. Я пожалел тебя. Теперь лучше понимаю, что это было ошибкой. Ты имеешь в виду тот день, когда я видел тебя с Гюльбахар Султан, не так ли? Говоришь, сожалею, что не убил тебя? Это ты имеешь в виду? Какой же ты лжец, Байзет? Даю клятву. Я заставлю тебя заплатить за содеянное. Касым, Валиде упала в обморок. В центре гарема. Ее отнесли в покой.